Как подмечают организаторы городского волейбольного чемпионата, с каждым годом интерес к этому виду спорта растет, особенно среди девушек. В этом году в матче за третье место команда 20-й школы сошлась с командой «Юниор». Встреча получилась напряженной. Команда «Юниор» начала хорошо, выиграл две партии, потом, видимо, расслабилась и проиграл три последующих. Ну, была борьба. Уровень команд одинаков, поэтому и пять партий вышло. Наибольший интерес зрителей привлек мужской финал чемпионата. На площадке сошлись команды «Энергия» и «Старт». Сезон для обеих команд получился коротким и насыщенным. Как объяснил капитан команды «Старт» Марат Бещеров, с этим соперником они уже встречались в прошлом сезоне и смогли победить. У них не было, скажем так, капитана Александра Барабина. Он уезжал на сборы в «Арзамас», играл там по Нижегородской области. Вот. Может быть, это повлияло, может быть, мы действительно были такие сильные. Каждый раз перед встречей с этим соперником команда «Старт» упорно тренируется, оттачивает подборы, пасы и блоки. В матче за первое место важен каждый забитый или пропущенный мяч. Команда находится в постоянном психологическом напряжении. Энергия команды «Корифей», скажем так, играют в чемпионате города давно. Ребята, большинство из сборной, как и у нас, города. В принципе, достойная очень команда. Каждый раз на одном уровне в тройке. Присутствие на поле капитана не спасло команду «Энергии» от поражения в этом году. В упорной борьбе спортсмены завода «ВНЕФ» вновь одержали победу, стали чемпионами города 2019 года по волейболу. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».